Добрый день! Рада приветствовать вас на канале Миления Кулинарные Рецепты. Сегодня я хочу вам показать, как я разрезаю ананас, как это сделать легко и просто, чтобы он выглядел очень красиво и аппетитно. Для этого нам нужен ананас. Сейчас отрезаем макушку и отрезаем низ. Разрезаем ананас пополам. Каждую половину я разрезаю еще пополам. Отрезаю центр, переворачиваю и на этой стороне делаю разрезы. Полученную часть нарезаем ломтиками любой толщины, какой вам удобно. Готовый ананас переносим в блюдо. Так. Следующую четвертинку я также отрезаю середину и нарезаю обычными гладкими кусочками. Оставшуюся часть мы разрезаем также на четвертинки. Кубики должны быть не очень мелкие, чтобы их можно было наколоть или деревянной шпажкой, или вилочкой. И кубики высыпаем в центр. Для придания более аппетитного вида можно в это блюдо положить несколько других ягод. Можно добавить клубнику. А с этой стороны можно добавить блуберри или ежевику, любые другие ягоды. Вот такое красивое, яркое блюдо получилось. Я прощаюсь с вами. Была рада, что вы были со мной. И до новых встреч!